Ожерелье идеально подходит для свадебного платья. Но от открывашки пользы намного больше. Изысканная церемония или хип-хоп-вечеринка? А какую свадьбу выберешь ты? Смотри в нашем новом видео, как готовиться к свадьбе невеста-леди и невеста-пацанка. Каждая девушка в душе принцесса. Правда, дорогой? Любовь моя, ты выйдешь за меня замуж? Подожди, кольцо не разглядеть. Возьму бинокль. Это бриллиант какой-то маленький. Нужен бинокль побольше. Охотничий подойдет. О, так намного лучше. Я согласна, любовь моя. Она сказала да. Примерим кольцо. Подходит идеально. Давай закружимся в счастливом танце. Ну, держись, груша. Хук справа, хук слева. Упс. Арчи не выдержал мой удар. Очнись, дорогой. Хук был такой слабенький. Нэнси, это тебе. Мне? Спасибо, Арчи, я обожаю жареный арахис. Я рад. Это что, кольцо? О, Арчи, я согласна. Правее, левее, чуть ниже. Ну, Алекс, не так низко. Повыше. Вот теперь хорошо. Фух. Алекс, быстрее. Нам еще скатерть выбирать. Я уже иду. Так, вот эта стена кажется мне очень свадебной. Выбор сделан. Это вам. Украшайте. Туалетной бумагой? Вы ведь декоратор, придумайте что-нибудь. Свадебная арка готова. Ну нет, чего-то не хватает. Изюминки. Добавлю жвачку. Вот теперь идеально. Что скажешь про этот серый пиджак? Ни в коем случае, дорогой. Только классический черный. Стань красиво. Сейчас посмотрю, с каким платьем костюм смотрится лучше. Первое или второе? Не понимаю. Не двигайся. Все, фото готово. Можешь идти. Посмотрим, как выглядит платье в паре с костюмом. Превосходно. Алекс, мы будем идеальной парой. Нэнси, как тебе такое платье? Нет. А это? Неа. Может, хоть это? Нет. Я уже выбрала идеальный свадебный наряд. Мой белый спортивный костюм. Именно то, что нужно. Добрый день. Мне срочно нужен свадебный макияж и маникюр, и нежные локоны. Начнем с блесток. Как пожелаете. Дайте кисточку. Здесь нужно подправить. Я сама знаю, что идет моему лицу. Какой сегодня день? О, день свадьбы! Так, свадебный костюм надела. Ух, что это с волосами? Хм, да ладно, надену капюшон вместо фаты и нормально. Туфли. Здесь должны быть туфли. Вот и она, та самая коробка. Совсем запылилась. О, да, волшебный миг. Свадебные туфли моей мечты. Вот и настал ваш час. Может, кроссовочки? Нет, они не сочетаются с носками. Вот и она. Та самая спортивная коробка. Посмотрим. Свадебные туфельки. Какие красивые. Дорогая, давай выберем пригласительное на свадьбу. Что скажешь? Нет. А может такое? Не очень. Есть еще третий вариант. О, да. Это же наша фотография. Фух, я знал, что тебе понравится. Арчи, вот нужное окно. Второй этаж справа. Сейчас. Прямое попадание. Ого, неожиданно. Что тут? Приглашение на свадьбу? Приду, конечно. Отправить. Ну что, он нам ответил? Согласился. Ура!
Какой волнительный момент. Я ждала его всю жизнь. Я даю невесту в надежные руки. Согласна ли ты, Сара, стать женой Алекса? Я согласна. Согласен ли ты, Алекс, взять в жены Сару? Согласен. Обменяйтесь кольцами. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Идеальная церемония. Давай, Нэнси, беги! Успела. Воды. Фух, я готова. О, как трогательно. Дорогие Арчи и Нэнси. Нэнси, можно выплюнуть жвачку? Ладно. Властью данной мне... Да ладно, Пака, прекращай занудство. Неправда. В общем, объявляю вас мужем и женой. Наконец-то обменяйтесь медалями за храбрость. Как трогательно. А теперь начнем рэп-вечеринку. Йоу-йоу-йоу-йоу! Пака Сузуки, лучший ведущий на свадьбах. Ей! Свадебная фотография. Жених берет невесту на руки. Или наоборот. Эх, надо было обувать кроссовочки. Дорогие друзья, прошу вашего внимания. Спасибо, что вы пришли сегодня разделить с нами этот праздник. Ура! Внимание, ребята! Все слушают меня! Круто, что сегодня здесь собралась вся наша банда. Я жду поздравления. Поздравляю вас, Арчи и Нэнси. Ей! Первый танец молодоженов такой нежный и изысканный. Йоу, Нэнси, давай нижний брейк невесты. Покажи класс. Юху, вот это дэнс-баттл. На этом танцполе собрались лучшие ноги улиц. Йоу-йоу-йоу-йоу. Каждый танцует, как умеет. А кто не умеет, тоже танцует. Вот это свадебная тусовка. Эти угощения великолепны. И сервировка столь изыскана. У вас соус на губе, не сочтите за грубость. Благодарю вас. Попробуешь кусочек, любимый? С удовольствием. О, куриные ножки. Обожаю жирный фастфуд. Отличный хот-дог. Ты сама готовила, Нэнси? Съешь еще крылышко? Идеальное меню. Внимание, настало время свадебного торта. Он великолепен. Самый сладкий кусочек для нас. Отлично гуляем! Кто заказывал торт из гамбургеров? Мы! Ура! Это лучший свадебный торт в мире! Эти белые голубки – символ нашей бесконечной любви. Какая романтика! Летите, голуби! О, это так красиво! Всегда мечтала это сделать. Арчи, почему ты так долго? Разве так сложно найти голубя? Нэнси, я нашел самого профессионального голубя из всех. О, какой милый. Запускаем свадебного голубя. Что-то он не летит, может, поломался? Попробуем еще раз. Лети давай! Он полетел! Как это романтично! Девочки, все готовы? Кидаю букет. Оп, пошутила. Теперь ловите. Поймала! Он мой! Поздравляю, дорогая! Ты следующая! Настало время бросать букет невесты. Нет, мои ребята этого не поймут. Где мой мяч для регби? Готовы? Кидаю! Мяч у меня! О, нет! Я попал! Хватай мяч! Понравились наши невесты? Тогда пиши в комментариях, какая невеста понравилась тебе больше. Изысканная леди или беззаботная пацанка. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.